Разве это реально? Ты смотри, я реально перевернулся. И опять выстрелил. Там их трое. Опухли. Одни пулеметчики. Ну отлично сыграл. А что вы смотрите на друг друга? А. О, реакция! Реакция киберспортсмена. Смотри, смотри, наеду ща. Так, ну подожди, посмотрим, куда все поедут. Серьезно? В середину. Серьезно? Наверное, смерти. Поехали вон там. Ладно. Попробуем на... Помню, там был неплохой участок расстрела. Осторожненько. Ну там уже... Стой, не... Не ты. Хотел сказать, стой, не выезжай, там уже два... Узнал, что поздно это делать. Так, кто-то нас засек, а кто? Блин, надо уезжать, их там четыре человека. Уезжаем, уезжаем, там еще и средний танк. Ой. Уезжаем. Все начали сталкивать друг друга просто. Ладно, давай подождем просто вот тут. Вот прям тут будем ждать. Он все равно проедет сейчас. Вот сейчас один вылезет по-любому. Да, прилетело одному. Боже. Еще одному прилетело. О, нехило я снял одному. Да ладно, что, завалим, что ли, всех? Да не, ну мы поснимали нехило, мы их прям зажали. Мы половину жизни всех всем сняли. И реально нехило сняли. О боже, меня убили. А чё ты не зажимаешь на нём? А я зажимаю, вот, ну, ты-ли-дю, ты-ли-дю, ты-ли-дю. Ну я имею в виду, не, чтобы он автоматически целился по нему. Ну вот мы и вернулись к тому, что мы сейчас пойдем снова вторым танком играть. А ты... И то не факт, может, эти не успели с боя. Они в бою, и те, и другие. Так. Ну, в принципе, можем попробовать стать... Вот ты, например, слева там в кустах, я здесь в кустах. А ты с той стороны проезда, вон, видишь? Ну давай, попробуем. Только мне кажется, уже ветераны этой игры знают, что нужно сюда стрелять, потому что у меня сидит уже три танка и даже четыре. У меня два. Ой, как я прыгнул. Я перевернулся, прикинь. Тебе помочь? Разве это реально? Да. Ты смотри, я реально перевернулся. Ты не можешь ничего сделать, да? Ты вообще ничего не можешь. У тебя никак, нет, не то. Нет, у меня показывает, что типа я перевернулся. Ну давай. Сейчас, вот я тебя разверну вот такой стороной в сторону. Вот это точно нужно. Вот это точно надо снять. Первое падение. Первое падение, блин. Поехали, короче, их проходит, зажмем. О, все, здравствуйте. Ну, артиллерию вынесла. Ладно, поехали, короче, в нос. Все. И опять артиллерия вынесла. Да, это я. Ты да, стрелял? Я на рандом, как из дигла. Я даже не видел, что я целился, он меня стрельнул, снес половину, я ему стрельнул, снес уже все. Мимо. Да-да, конечно, зачем я доехал? Чтоб меня убил. Ай, короче, ладно. Классно я слился, да? Надо было не ехать. Я его, главное, выстрелил. Только за ремонт денег отдам. Поехали тут налево. Если мы сейчас прямо поедем, нас расстреляют. Какая реалистичная вода. Меня засекли. Ничего страшного. Да я вижу, вижу, что они тут, и чё. И кто мне выстрелил-то? И опять выстрелил. Там их трое. Опухли. Одни пулеметчики. Ну, отлично сыграл. Короче, я буду очень долго качаться, походу. Одни пулеметчики. Ну, блин, они реально расстреляли просто. Я на это смотрю, Ань. Они, блин.
Боже. Поехали теперь в эту сторону, попробуем. Ай, меня кто-то уже увидел. Я ему снес чуть-чуть. Осторожно. Да? Я ему снес, у него осталось-то. Добивай. Все. Ну да ладно. Только я вообще без жизни остался. На одного напали, остались без всего. Я теперь вперед не ездок. У меня 23 жизни. А, меня кто-то увидел сзади. Сзади? Блин, надо быстрее уехать отсюда, пока меня не пристрелил кто-нибудь. Ну же, давай, успей! Да, ура! А, вижу, да. Сейчас попробую с ним что-то сделать, подожди. Ну иди, иди сюда, иди. Да, ну. Ну что ты хочешь, что ты хочешь? Все. О, сзади. Ты... Ай, сейчас пристрелят. Тебя убили, нет еще? Нет еще. А, во, я нашел щель. Вот это прикол. Ладно, чё, я вылазить не буду, ты глупый как-то. Да. Неплохо ты вылез. Это глупо как-то. Блин. Какая перестрелка, ё-май. Кто меня заметил? Где, блин, меня заметили? А что вы смотрите на друг друга? А. О, реакция киберспортсмена. Да ладно, да ладно. Обалдеть. Просто Unreal. Двое против двух. Захватывай базу, короче, их. Двое против двух. Ну да, он держит, но они сейчас поедут захватывать базу тоже. Да, он держит. Я смотрю за ним, он, короче, как-то там держится, и второго игрока непонятно где. Блин, по идее, надо поехать ему. А, вот, у него там двое. У одного 102, у 44. Ну, в общем, практически можно сказать, что один у него. Блин, поехать помочь. Да не-не, держи базу, держи. Да, ну не, он доедет быстрее, чем я. 19 жизней. Ну да, мы должны попробовать укатать. Какой он. Если я успею доехать просто. Вон он показывает сос. Блин, ну это сейчас развод. Я сейчас подъеду, и этот шмальнет прям по мне. Все, давай. Выиграли же, да? Победа! Да ладно, наша первая победа. Причем ты один остался. Обалдеть, ну... Зачетно. Наша любимая карта. Наша любимая карта. О, один спалился. Ничего себе, он там наехал. Все так встали, что мне по нему даже не стрельнуть. Все, он самоубил. Не-не. Вон тут еще один есть. Смотри, наеду ща. Тут сзади еще один. А, еще один сзади. Он не может попасть. Я его убил, он ни разу не попал. Ну круто. А, вода, я сейчас умру. Еще не выехать? Да. Кажется, я тут и останусь, дорогие мои. Вот так эпичные бои заканчивают. Как? И чё, реально? Вот вообще никак сейчас. Этот танк мешает. Сзади подъехал чувачок. А, не, можно. На провизоре 4 уровня. Ты не умер еще? Не, я вот из воды выехал. Ну и что, выиграли? Победа. Вся техника противника уничтожена. Ну, а на этом мы закончим. С вами был Рихардос. Рэйви, и мы продолжим в следующий раз попытку дойти в топ. Как видите, неплохое начало. Ну да, вообще четкое.
Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте злобные комментарии, хорошие комментарии. А лучше сначала хорошие комментарии. А лучше вообще хорошие комментарии. Ну все, ладно. Всем до встречи, всем пока. Пока.